Агата Муцениеце сняла новое видео для своего блога о буднях семейной жизни. В последнее время в СМИ появляется разная противоречивая информация о проблемах в браке актрисы с Павлом Прилучным. Супруги не стали комментировать провокационные публикации о своей семье. Агата так объяснила свое решение: «Вы думаете, что я должна разъяснить ситуацию? Мол, такое было, а такого не было. А я не буду. Не хочу и не буду». Тем не менее, зная о том, что пишет пресса о ее браке, Муцениеце решил разыграть своих поклонников. Новое видео актрисы начинается с признания о том, что она развелась с супругом. «Где же Павел? Мы развелись, и он съехал из этого дома», — сказала Агата. Поклонников артистки серьезно напугало ее признание. Правда, потом выяснилось, что актриса разыграла своих фанатов. «Попались», — посмеялась над фанатами Агата. На самом деле Павел в тот момент находился на съемках в Калининграде. Позже она сняла на видео теплую встречу с мужем. Милый семейный завтрак, поцелуй на камеру. Судя по всему, все новости о разрыве звездной пары, не более, чем сплетни недоброжелателей. Кстати, хотя Павел не любит сниматься для блога своей жены, он подарил ей недавно новую компактную камеру. Актер поддерживает увлечение Агаты, которая теперь гордо именует себя не только актрисой, но и блогером.